Уважаемые домохозяйки, сегодня наш шеф-повар научит вас готовить салат с тунцом. Рецепт его приготовления вы не найдете ни в одной кулинарной книге. Поэтому вооружитесь ручкой и бумагой. Доброе утро, я вас приветствую. Меня зовут Виктор Загудаев, я являюсь шеф-поваром кафе «Пош». Сегодня вместе с вами на завтрак мы будем готовить салат с тунцом. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Тунец, отварное яйцо, помидор, огурец, лист салата айсберг, ромейн, оливковое масло и сыр чечево. И украсим все это веточкой базилика. Начнем собирать наш салат. В сервировочную посуду выкладываем консервированный тунец. Тунец можно использовать и в масле, и в собственном соку. Но так как мы будем заправлять наш салат оливковым маслом, я предпочел взять тунца в собственном соку. Следующим ингредиентом в салате будут яйца. Мы их заранее отварили. Крупно нарезаем на 4 части. И также выкладываем в тарелочку. Следующим ингредиентом будем выкладывать помидор и огурец. Мы также крупно нарезаем. И аккуратненько выкладываю в нашу тарелку помидор. Сейчас сезон овощей, и такие легкие овощные салаты с добавлением рыбы, мяса будут очень хорошо смотреться на вашем столе, и это недорого. Следующий ингредиент мы выложим — лист салата. Лист салата я взял айсберг и ромейн, предварительно нарвал его руками. Аккуратно выкладываем на подготовленные овощи. В листе салата очень много витаминов. И французы говорят, законодатели моды, что салат помогает, листья салата, при пищеварении. Вы можете использовать какой-либо другой вид салата, какой вам больше нравится. Все это слегка поливаем оливковым маслом. Сбрызгиваем долькой лимона. Выкладываем сверху сыр чечо. Можно использовать любой другой сыр. Все сыры очень полезны для зрения и для сосудов. И украшаем веточкой базилика. И наш салат с тунцом готов. Приятного аппетита! Специально для